На предприятиях Твери продолжается организованная вакцинация от коронавируса. Среди тех, кто активно участвует в прививочной кампании, Тверской вагоностроительный завод. Только за сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали больше 50 сотрудников предприятия. Подробнее в следующем сюжете. Сергей Юрьевич, да? Как ваше самочувствие сегодня? Отлично. Нет ли никаких катаральных явлений? Нет. Кашля, насморка, ничего нет? Нет. Аллергии на какие-то заболевания? Больно на медикаменты? Не было, нет. Да? Вопросы о самочувствии, измерении температуры, давления, а также степени насыщенности крови кислородом с помощью пульс-оксиметра – обязательная процедура перед самой прививкой. После осмотра терапевта – инъекция. Все, кто сегодня прошел вакцинацию, чувствуют себя хорошо и говорят, что процедура прошла безболезненно. Думаю, что прививка сможет нас всех защитить от этой негативной болезни. 70%. Если привьется народ в всей стране, тогда как бы, ну, можно снимать маски, скажем. В принципе, я не болела, у меня антител никогда не было, но чтобы предотвратить в будущем возможность заболевания. Я сделал прививку от COVID-19 для того, чтобы обезопасить себя от данной инфекции и чувствовать себя свободно и спокойно в будущем. Вакцинация на заводе организована совместно с медиками областной клинической больницы, которые выезжают сюда дважды в неделю. Все желающие могут позвонить в здравпункт предприятия и записаться сначала на тестирование на наличие антител к заболеванию, а затем и на саму прививку. Конечно, для предприятия это очень важно, чтобы максимально люди себя защитили, чтобы не было никаких срывов производства. Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Твери 18 января. На сегодняшний день прививку сделали 37% сотрудников различных предприятий города, что составляет более 10 тысяч человек.